Доброго дня. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Расскажу я вам сегодня вот о чем. Дело в том, что я придерживаюсь следующих двух позиций. Во-первых, в психологической помощи, то есть в практической психологии и психотерапии, нет ничего сакрального и непостижимо сложного, поэтому эту самую психологическую помощь можно оказывать себе самостоятельно, ну, то есть без психолога, если иметь для этого необходимые инструменты. Во-вторых, психологическая помощь должна быть доступной, как финансово, так и в плане понимания и сути происходящих процессов. И если на глобальные процессы в психологической отрасли, или уж тем более в экономике, я повлиять не могу, зато на локальном уровне, на уровне своих собственных услуг, я кое-что сделать могу, и я это сделал. Я создал 13 полноценных психотерапевтических онлайн-программ, курсов самопомощи, посвященных наиболее распространенным психологическим проблематикам. Ниже будет приведен полный список этих программ, а также ссылка на них будет в описании к видео. Вы можете приобрести любую из них, или даже несколько, если будет нужно, и таким образом по цене всего лишь одной моей консультации получить возможность полноценно исследовать с разных сторон важный для вас вопрос. А вот, кстати говоря, эти программы и то, каким вопросам они посвящены. Первое – самопознание и саморазвитие. Второе – работа с тревогой и паническими атаками. Третье – отношения в паре, индивидуальный вариант работы, ну, то есть без участия партнера по отношениям. Четвертое – отношения в паре парный, ну, то есть совместный с партнером вариант работы. Пятое – переживание расставания и развода. Шестое – работа с темой смерти и процессом горевания. Седьмое – детско-родительские отношения и семья. Восьмое – реализация в социуме. Девятое – выражение чувств и эмоций. Десятое – сексосексуальность. 11. Переживание опыта насилия, сексуального и физического, прежде всего. 12. Программа по знакомству с телом базового уровня. И 13. Знакомство с телом расширенного уровня. Вот эти две последние программы различаются сложностью и количеством наборов упражнений и практик. В заключение отмечу, что я предлагаю не какой-то очередной продукт инфобизнеса, не короткий путь к счастью, богатству или исполнению желаний. Вовсе нет. Мои программы – это настоящая исследовательская психологическая работа, потребующая от вас интереса, терпения, преодоления и творческого подхода. Да, конечно, это не панацея, но это возможность познакомиться с собой и начать учиться искать ответы о себе самостоятельно, причем в понятной форме и по доступной цене. Попробуйте и получите новый опыт и новый результат. И если знаете кого-то, кому это может быть нужно, смело рекомендуйте и делитесь. А я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!